сегодня мы готовим кексики вот в таких формочках. Сердечки. У нас скоро праздник. Как называется праздник, Вероника? День всех влюбленных. День всех влюбленных. В общем, будем готовить вот такие вот кексики. Так, ну что, поехали. Берем 100 грамм сливочного масла. Мешаем. Мешаем, мешаем, мешаем. И туда отправляем где-то третью часть стакана сахара. Давай я побыстрее помешаю, чтобы это все растворилось. Ты сейчас будешь яйца добавлять. Теперь яйца. А готовим мы сегодня вот по этой вот книге. Называется «Учитесь вкусно печь». Вот наш рецепт. Кекс столичный. 400 грамм муки, 2 яйца, сливочное масло, сахар, соль, сода обязательно. Можно добавить еще столовую ложку коньяка. А можно добавить какао, только муки чуть-чуть уменьшить. И получится шоколадный кекс. И сахарная пудра будем посыпать сверху. Мы можем посыпать, можем не посыпать, можем кремом украсить. Так что вот такая вот у нас книжечка. Давай отправляй яйца. Вот, 2 яйца. И вот так вот хорошенечко все мешаем, 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 пока сахар не растворится. Потом будем вливать теплое молоко, подогретое, 150 миллилитров. 150 миллилитров. Ну, вот такая вот у нас получается масса. Ну, и что-то закрылось сразу. Не надо закрывать. Так, размешали, отправляем туда молоко. Подогретое. Все, выливаем. Пока все это мешаем, наша плита греется до температуры 190 градусов. Будем выпекать наши кексики до золотистого цвета. Все, теперь мука с содой и ванилином отправляем. Потихонечку сыпем. Потихонечку сыпем и мешаем. Вот таким образом. И хорошенечко все размешиваем. До однородного состояния. Ну, как мешать уже трудно. Да. Да. Сейчас возьмем ложку. Иди пока бери розовую ложку. Вот какая у нас получается масса. Так, размешали нашу массу. Ложка прибыла наконец-то. Угу. Вот такая вот должна получиться у нас масса. Не густая и вроде не жидкая. Вот такая вот. Но она льется. Сейчас будем наполнять наши формочки по половиночке, потому что они еще увеличатся в объеме. Так, берем нашу форму и по половинке туда наливаем аккуратненько. Пришла гулять хочет. А теперь вот так чуть-чуть постучим. Чтобы воздух вышел. И идем печь наши сердечки. И еще наши сердечки выпекаются до золотистого цвета.
наши кексики вот такой вот соломкой, палочкой. Видите, сухая. Значит, наши кексики готовы. Вынимаем их из духовки. Все, пусть они у нас остывают. Вот такие кексики у нас получились. Они у нас немножко выпирают. Но я думаю, что какие сильно поднялись, их можно вот так обрезать, чтобы было украшать удобнее. Мы будем украшать кремом. У нас крем. Это сливочное масло, взбитое с вареной сгущенкой. То есть пачка масла сливочного взбили мы с банкой вареной сгущенки. Сейчас мы выложим вот так на тарелочку наши сердечки и приступим к украшению. Обрезали мы. Они просто сильно торчали. Одно вот осталось прям аккуратненькое такое. Маленькая. Так, что мы делаем дальше? Мы берем наш крем и вот таким вот образом украсить. Можно посыпать их кокосовой стружкой сверху, вот таким вот образом. И у нас еще такая цветная посыпка кондитерская. Можно вот так украсить. И вот что у нас получается. Вот такие вот симпатичные сердечки-пироженки. Остальные можно посыпать просто сахарной пудрой.